Великий оракул назвал четыре знака зодиака, которые получили дар от Бога. Говорят, что у каждого знака зодиака есть особый дар, которым его наделил Бог. Но существуют избранные знаки зодиака, которые получили уникальный подарок от высших сил. Кто эти представители зодиакального круга? И какой талант они получили? Я сейчас вам расскажу, только для начала советую вам поставить лайк и подписаться. И да, самый точный прогноз на будущее уже в моем телеграме. Советую вам посмотреть, а мы продолжаем. Овен. Эти люди одарены острым умом, неиссякаемой энергией, хорошей реакцией, импульсивностью и спонтанностью. Они успешны в спорте и склонны легко находить общий язык с любой техникой. Рак. Эти люди умеют вдохновлять людей, понимать их на глубоком эмоциональном уровне и искренне слушать. Раки – крутые наставники и учителя, психологи и воспитатели. Скорпион. Эти люди склонны к изучению и анализу, они успешны почти во всех сферах, требующих логического и кропотливого мышления. Козерог. Козероги могут превратить свое хобби в источник заработка. У них есть огромный талант к искусству, который прекрасно уживается с природной практичностью.